человека знает вся Россия. Люди из большого футбола тоже хорошо знают Алишера. А от этого ни холодно, ни жарко. Ну и пусть правда играет Дмитрий Губерниев, Амин Чепенкос. Большое спасибо. На камеру всегда типа говоришь там всякое, неважно, хорошее, плохое. Эта история уникальна. Свой алгоритм принятия решений, он всякий раз разный. Ну, просто буря эмоций у меня, негодование. Все заслужено. И мы очень рады, что ему дали медийный статус. Алишер получил медийный статус. Заслуженно ли вообще он получил его, как вы думаете? Совершенно. Человека знает вся Россия. Очень много недовольства было. Как вы считаете, заслуженно ли, под ваше мнение? Ну что, это всегда будут недовольные люди. Какая разница? Наша задача делать клуб лучше, стараться делать условия возможные для себя лучше. Все работают над тем, чтобы стать более сильным клубом. Мне кажется, что это самое главное, нет смысла обращать внимание на кто доволен, кто недоволен. Меня очень удивляют разговоры о том, что медийный статус Алишера незаслуженный. Тут опять можно поднять извечную тему, что есть медиа-статус игрока. Кто-то говорит, что они должны делать контент, пятое, десятое. Но вы сами понимаете, что это чушь. Медийный статус игрока – это его узнаваемость внутри комьюнити. Если кто-то готов спорить относительно того, насколько узнаваем Алишер в комьюнити, пожалуйста, он может это делать. Но он точно знает Алишера, как и любой другой человек, который смотрит медийный футбол. Более того, я вам хочу сказать, что люди из большого футбола тоже хорошо знают Алишера. Я это заметил по тем разговорам, которые у меня были с игроками, в том числе и сборной России по футболу. Все видели этот финал, все знают об этом сценарии, который нам подарил Алишер. И он действительно неповторим. Эта история уникальна, супер яркая, супер запоминающаяся, и она останется у нас в памяти на всю жизнь. Может быть, через 10-15 лет, когда вы будете вспоминать о том, что вы смотрели медийный футбол, первая мысль, которая вас проскочит, это о том, как вы видели, что произошло в том самом финале в Волгограде. Поэтому здесь даже дискутировать не хочется. Он 100% заслужен. И все вот эти разговоры, что вот медийный игрок должен снимать контент, пятое, десятое должны раскручивать там команды, это все такая иллюзия. Медийный игрок – это тот человек, который пришел в комьюнити и сделал что-то, чтобы его знали. Все, этого достаточно. Мы все хорошо знаем Алишера, мы все хорошо знаем, что он сделал, и мы очень рады, что ему дали медийный статус. Нам будет играть в новом сезоне проще. И я уверен, что кейс Алишера – это самая красивая история, которая когда-либо могла вообще зародиться в медийном футболе. И дай бог, она сложится хэппи-эндом. Вариантов нет. Алишер медийный. А кто против? Ну, вы просто идиот. Заслуженно ли Алишер получил свой статус? Конечно. Он узнаваем в сообществе, его обсуждают. Обсуждают, почему он не медийный. И именно это обсуждение, почему он не медийный, делает его медийным. Большое спасибо. Ну, я думаю, да. Заслуженно. Я к этому не стремился вообще сам. И ничего типа особо делать для медийных. Ну, моменты сами в жизни случились, что типа очень много типа, вот разговоров, очень много хейта в моменте, все вот это. И за счет вот все вот этой жизни ситуации стали, ну, типа, уже более узнаваемы, и все, люди уже знают везде. И, ну, не знаю, уже как бы, думаю, тоже заслужен, потому что еще за, ну, юношескую сыграл, за сборную сыграл. И плюс этого, типа, я нейтральный был, и плюс сборная, плюс все вот это, может, уже заслужен, можно сказать. Но они как видят медиа, типа, за счет контента, за счет чего-то ты там на камеру всегда, типа, говоришь там всякое, неважно, хорошее, плохое. И все видят за счет этого, типа, а медиа, почему, типа, я думаю, что это узнаваемость человека, как другие, не как просто ты TikTok снимаешь, типа, и вот ты медиа, это смысл, типа, и думаю, за счет, много людей, типа, знают, почему люди в сборной играют, почему люди в премьер-лиге играют, им дают медиа, потому что они их уже знают. Поэтому, думаю, все нормально, все заслужено. Когда я читаю комментарии и вижу, что люди негодуют из-за того, что Алишеру Рахимову дали медийный статус,
Ну, просто буря эмоций у меня, негодование. И вот этот человек со мной согласен, конечно же, посмотреть, вот как он кивает. Эгриси. Как известно, ауф. Так вот, мы приходим на тренировки. Кого хотят дети видеть и с кем хотят сфотографироваться? С Алишером Рахимовым. Я приезжаю на мероприятие РФС. Про кого у меня спрашивают футболисты и чиновники? Про Алишера Рахимова. Да вообще все знают про Алишера Рахимова. И если уж он не медийный, то я не знаю. Ну давайте закроем вообще медиалигу в нынешнем формате. Ну и пусть, правда, играет Дмитрий Губерниев, Амин Чепенкос и... Ты тоже футболист. Тоже не пройдешь. Я медийный. Не пройдешь по статусу тоже. В общем, вы поняли. Алишер Рахимов медийный. Есть те, кто не согласен с этим. Как вы на это отреагировали? Потому что большинство прям очень приняли эту новость негативно. Ну, людей, в принципе, очень много странных на свете. И странные вещи говорящих и делающих, и не подпирающих их никакой логической основой. Им просто не нравится, что футболист Брок Бойс стал медийным. Ну, так бывает, ребята. А по хейту? Как ты на это отреагировал? По поводу Афинетти. Да, что тебе дали статус. Очень много про недовольства было. Я честно не читал. Я вчера, типа, ночью, посмотрел, что Егоров, типа, опубликовал. Есть вот такой. А, ну ладно. И, блин, мне особо, типа, ну, ничего, типа, такого медиа не дает, ну, типа, сказать. А от этого ни холодно, ни жарко. Мне, типа, ну, дали, типа, спасибо, благодарю. Ну, и дали, тоже благодарю. И особо я ничего не читал, ничего не узнавал, что хейты, что пишут в комментарии. И особо уже не лезу никуда в комментарии, ничего типа. Поэтому все супер. В конечном счете это решают несколько человек, у которых свой алгоритм принятия решений. Он всякий раз разный, поэтому, мне кажется, тут нет смысла гадать, какие-то прогнозы давать. Здесь просто надо стараться делать так, чтобы вся твоя команда и каждый в отдельности футболист стали более узнаваемы, и все. Вот у нас с некоторыми, как с Алишером, получилось. А кто еще? Не раскрываете? А, нет, я не знаю, это же не я, это я бы всем дал медийный статус, это так нельзя, поэтому кто работает над этим или кому случай поможет, как в случае с Алишером, тот и станет медийным. Ну ты бы что сделал, если бы ты был в раздевалке? Если бы я так пробил? Не, если бы ты бы играл и так бы пробил. Я не знаю. Просто, может, руку пожал, сказал, что, блядь, больше так не делай. Ну ты пиздиться не стал бы, правильно? Да ну а что смысл пиздиться, ну? Ну какая-то бред. Ну вот так получилось. Видишь, знаешь, он так умеет. И может, практикует. Классно.